Итак, Скорпион собирался принести свой осколок сюда, в эту засекреченную лабораторию. Удачно совпало, что в обычной жизни я здесь работаю. Я знаю эти системы безопасности лучше, чем кто-либо. Пожалуй, за исключением того, кто собирает эти осколки. Предварительные испытания подтвердили мое исходное предположение. Этот артефакт — источник колоссальной энергии. Очевидно, мне следует принять меры по его защите от конкурентов. О, черт, попался. Наконец-то мы встретились. Я Сирена Паттл, глава теневого отдела корпорации Алкемакс. Никогда о таком не слышал. Разумеется, поэтому он так и называется. Логично, так что дальше, Паттл. У вас, злодей, всегда есть какой-нибудь план? Можно тебя убить, а можно все объяснить, а потом убить. Ну, думаю, я просто тебя убью. Твою... Компьютер, в лабораторию проникли. Запустить процедуру самоликвидации. 10 секунд. 10 секунд. Этого едва достаточно, чтобы придумать оригинальную шутку на тему взрыва. Надеюсь, это согреет тебе душу. Прощай, Человек-паук. Это была зажигательная встреча. У нее есть чувство юмора. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Человек-паук Разрушенные Измерения, и у нас на очереди Человек-паук из будущего, Человек-паук 2099, и у нас на очереди враг, это доктор Осьминог, но только почему-то женская версия этого осьминога, по идее, должен быть таким. Доктор Октавиус, по-моему, да, его зовут? О, черт, надо заметить падение паутины, не подведи меня. Ага, должно сработать. Добро пожаловать в теневой отдел. Оружие завтрашнего дня у нас уже сегодня. И во главе его мой персональный шедевр. Впечатляет? Ну и что? Что значит «ну и что»? Я все это уже видел. Ты не мог это видеть. Тем не менее, этот реактор из сжатой материи, другого такого не существует. Вот оно как. Ну и что? Может, это тебя впечатлит? По моей команде начнется миллион термоядерных реакций, теперь весь мир принадлежит мне. Преклоняйтесь передо мной. Так, и чё делать? Что мне нужно? Это просто... Так, эти кабели должны куда-то вести, сейчас разберемся, куда именно. Так, какая-то тварь выскочила, ой. Окей. Так, там сверху что-то на нас еще целится. О! Я, короче, прокачал немножко паучков, как обычно, перед записью. Так, как бы тебе... Да что ты? Убили? Быстро же меня обработали. Так. Замедляем эффект. Отлично. Так, нам тупо надо с ними сражаться или что? Какие-то киборги. Ой, что это такое? Эта штука должна взорваться, наверное, я так полагаю. О-о-о, мелочь пузатая. Почему у меня жизни так мало? Они еще взрываются.
Воу-воу-воу. Нафиг, валим. Так. Отлично. Очень пока не прибежали мелкие твари. Так, чтоб тебя. Ух ты, он еще и снизу лазером по нам стреляет. Воу! Вали наверх. Отлично. Снесли тварь. И... Отлично, один готов. По-любому должен быть еще один, да, где-то? А, вон, внизу. Еще наверху. Сколько вас тут? И... Мочим. Отлично. Вынесли. Валим, валим, валим отсюда. Отлично. Мелкие. Короче, надо было тупо, тупо убить их. Открылась дверь. И... Так, ну с этими чуваками... Справимся на ура. Сенсу возьмем. Ты не сможешь его выключить. Ты не знаешь как. Скажи, неужели ты правда хочешь меня остановить? Ты сошел с ума? Смотри, борец с высокими технологиями. Я даже не могу... Немного волнуюсь. Думаешь, ты сможешь остановить реактор? Ну попробуй. С таким злодеем, кстати, я даже и по комиксам, в принципе, не знаком. И по мультику вроде, как я ее не помню. Так, что нам делать? Вот. Если кто знает, как бы, как вообще она появилась и что, и вообще откуда она, пишите в комментариях. Будет интересно почитать, узнать. Так, 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 так. Оу! Так, может мне просто валить надо, нет? Чуть не понимаю. Или этих чуваков надо убить. Расправиться с солдатами. Так, отлично. А, о, дверька открылась. Отлично. Еще три. Ну да, я так полагаю, нам надо все вот эти штуки отключить. Так. Давайте посмотрим. О! Посмотрим. Я не хочу с этими сражаться. Что за? Это ознаменует твой конец. Гигантская механическая щупальца. Так. Получается, что надо делать? О. Теперь ее надо мочить. Что-то я тупанул, короче. Что надо было сделать здесь? Так, окей. Давай сюда. Отлично.
А, понятно. На Ку надо было нажимать. Ух ты, сразу половинку снес. Отлично. Закрылась? Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Отлично. И? Ах ты наглец, ты сломал силовые муфты. Щупальца не работает. Тогда, надеюсь, у тебя найдется гигантская гипсовая... Эй, ты не дала мне закончить шутку. Черт, она была на редкость удачной. Ладно, зато силовое поле отключилось. Дастик, фантастик. Окей. Чувак там руками машет что-то. Эй, Спайдермен, follow me. I'll help you stop. Ну давай. Поможешь. I'll the force field around the power core. Watch my back. Учёный, защити учёного. Окей. Эй, public eye. Воу-воу-воу. Куча сразу такая налетела откуда-то. Блин, опять с щитами. Да что вы будете делать? Ненавижу я этих чуваков с щитами. Стоп вас! Отвали от ученого, тварь! Так. Замедляем время. Немножко нас хоть спасет, я думаю. Отлично. Да отвалите вы! Зажали, а, твари? О-о-о, еще ракета. Какие-то. Откуда-то. Непонятно. Ой, жесть. Что это сейчас было? Там здоровяк, вы видели? Ну, умри ты уже. Нифига он такой. Просто. Разок махнул, и ученому просто почти половину жизни снесло. Тварь. Умирай. Чувак из Dark Souls. Но! Не дохнет нифига. Блин. Ублюдок. Захват. Отлично. Ну давай, что ты там копаешься-то? Давай уже, быстрей. У меня тут боты застряли в текстурах. Отлично. Отлично. Ну, я знаю, что отличная работа, а как еще-то? Без этого никак. Че мне перевели, что он сказал? Может, она меня послала тут куда подальше? Молодец, спасибо, чувак, за работу. Во-во. Минус два, осталось еще два. О, нет. Так, валим. Хочу я с ними сражаться. Погнали сюда. Ой! В смысле? Поле? Активировали поле? И что мне с ним делать? Опять этих недокиборгов мочить. Так. Свалил. Ух ты, исчез. Вы видели, да? Они еще телепортируются. Где он? Так, есть этот готов. Отлично.
Ну, в принципе, если разработать тактику борьбы с ними, они не такие и сложные, в принципе. Так, что тут у нас? О, это эти мелкие взрывающиеся. Так, а что мне делать? Пошли вон от меня, твари. Фу. Блин, они окружают такие толпой просто и взрываются. А что надо делать? Куда-то может их... Вон там панелька какая-то. Нет? Или надо их всех перебить? Пипец, сколько их тут. Да сколько вас тут? Ну да, надо было просто убить. Я уже думал, начал думать, что это баг какой-то. Отлично, ладно. Я понял, спасти ученых, чтобы они отключили силовое поле. Ерунда. Ну, как всегда. Без этого никак. Так. Отлично. Твари живучие. О, там кто-то целится. Пошли вон. А чё, вот эти машины не уничтожить, что ли? А как им тебе спасти-то? Как? Да ё-моё! Так, алло, захват. Не сразу и поймешь, что делать надо. Так, куда тебя? Отлично. Ой. Что происходит-то? Я ни черта не понимаю, ни черта не вижу. Почему лазит Человек-паук? Какой? Вообще, что происходит? Ого, сколько там машин! Пипец. Так, окей. А, мне еще надо спасти. Еще двоих, что ли, получается? Вот здесь здоровяк. Привет. I can help. Вот этих мелких выгнать, чтобы они не мешались. Так, захват. Отлично. Ну что не появляется захват в двери? Воу, сколько здесь машин-то? Жесть. Давай. Отлично. Еще и эссенции подхватили. И туда же, наверное, да, получается? Погнали. Отлично.
Так, что у нас там еще один? О, с щитом выбежал. С этого здоровяка надо. Эти живучие твари. Воу-воу-воу, сбросил меня. Так, отлично, вынесли. Так, а теперь надо с этим. Ублюдок. Так. Отлично. Да не ори ты там. Сейчас я разберусь с теми, кто мешает. Отлично. Так. Куда там? Вон туда. Отлично. О, стоят, ждут, смотрите. Ученых спасено. О, что-то там сразу вынесло. Так, вот этого... Да блин, там, смотрите. Снова этот вылез. Так. Что если... Давай. Есть. Не обязательно с ними со всеми сражаться, короче. Теперь валим. Валим. От Седова. Там трэш, короче. Удивительно, что ты вообще до сих пор жив. Предупреждаю тебя, Паук. Сдавайся, пока мои люди тебя не прикончили. Я терпеливая, но моему терпению есть предел. О, как я тебя раздражаю. Еще немного, и ты просто вскипишь. Никогда. Посмотрим. Тихо. И чё? Чему сюда пришли? Смотрите, там какая-то хрень в колбе. А чё делать? Так, а чё делать? Ну-ка, скажите мне. Неужели это баг очередной? Жесть. О, сколько бабок, бабок. Сколько багов-то в этой игре. Don't think it's gonna work. Неужели это действительно так? Да, друзья, это был очередной баг, короче. Вот. Дверь должна была сама открыться, но не открылась та же история, что и с артом клоуна. Еще один. С артом клоуна в предыдущей серии. Вот. Так что... Я сразу же попробовал перезагрузиться и перепроверить, баг это был или нет. Так. Наводящаяся ракета.
Попробуем еще раз. Конечно, тебе понадобится самая большая в мире гипсовая повязка, потому что эта рука сейчас сломается. Я уже пытался это сказать. Умри! Так, окей. Ага. Все то же самое, только помимо щупальца теперь нам будут мешать вот эти штуки. Да чтоб тебя! Давай. Отлично. Здорово, также пару ударов, значит, получается. Окей, так, пока открылось. Блин, закрылось. Да что ты? Давай. Где она открылась? Ну-ка. Промазала. Закрылась. Есть. Мне почти конец. Что за детский лепет? Зачем все портить? Это вопрос с подвохом? Я ей нравлюсь, я вижу. Да, да, как там в фильме говорится? Она меня хочет. Так, чё, очередная битва с этими взрывающимися малышами? Так же, как и в прошлый раз, короче, бьем, да, их получается. Блин. Жизни-то у меня вообще кирдык. Воу-воу-воу. Отлично. Бегом. Так. Hello. Что на этот раз? Hello. Ага, снова спасать надо, ученых. Oh, good. I need some exercise. I've been working here for years, and I still can't believe that Alchemax just flat out ripped off the Avengers logo. Что сказал? You're not the first to try and stop me, Spider-Man. Even some of my subordinates have accused me of megalomania. And let me guess, you listen to their concerns calmly with an open mind. Not quite. That was my answer. Public eye, we have an intruder at lab 4. I missed you guys. Security, так, where okay. Are you? Well, let you both. Получается, надо со всеми разобраться. Воу-воу-воу. А, не обязательно, да, с ними сражаться? Получается. Можно просто... Воу-воу-воу-воу-воу. Жизнь-то у меня вообще ништяк. Просто. Так, окей. Давай. Так, окей, я тебя спас, и что мне теперь делать? Фу, жесть. Так, чувак. Да блин, почему ты по нему не попадаешь? Ты где он? Немножко ХП восстановили от этого урода. Как ты успел повернуться ко мне лицом? Так. О боже. Отлично. Отлично. Стояла, думала, блин, а теперь она подбежала и начала ковыряться в компьютере.
отлично, открыла дверь. Так. Ну, больше я не вижу этих ученых. Значит, нам надо просто лететь. You've discovered another one of my masterpieces. Enjoy beauty while you can. All security units, report to Section Delta. Так, здоровяки. Окей. Давай, 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 быстрей. Есть. Отлично. С этими здоровяками я не хочу сражаться. В этом есть что-то приятное. Глупец, меня не остановить. Ты лишь приблизил момент своей гибели. Ну да, я просто в шоке. О, теперь валить надо. Там что-то взрывается все. Так, 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 так. Быстрее, 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 быстрее. Еще этого спасать. О, жесть. Щитрый шаг. Не ожидал, что ты справишься. На этом все закончится. Восхищаюсь твоему упорству, Паук, но я вынужден тебя остановить. Признаю, весь это впечатляет, хотя мне легко удивить. Надеюсь, тебе понравилась эта пробежка, потому что ты пришел к финишу. О, ты просто завидуешь. К финишу. Достаточно. Что, нас ждет финальная битва? Окей. Я так полагаю, нам туда. Так, где вход? Поздравляю, ты отключил несколько резервных батарей. Небольшая неприятность. Но пока артефакт у меня, реактор не остановить. Катастрофа, которую я сейчас устрою, станет проверкой совершенства его конструкции. Правда? Так себе научное устройство, если оно питается от волшебного камня. Идиот, ты не понимаешь, какая сложная инженерная работа проделана для того, чтобы извлечь энергию из этого артефакта. Глупец. Ну и что? Я тебя убью. Найди способ выманить ее оттуда. О, выманить ее оттуда. Я понял. Так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так. Блин. Эту я вытащил, да? Да сколько? Быстрей, ну! Отлично. Даже вот эти светящиеся штуки, они могут ранить на полу, который... Ой! Есть, отлично. Получи, тварь. Она потребляет энергию, чтобы добраться до тебя. Воспользуйся этим. В смысле воспользоваться этим? Так, воспользоваться этим. Как? Надо подумать. Надо понять. Пока ничего не соображаю, что надо делать. А, да ладно. О, отлично. Вот так ее надо сбивать, короче. Я понял. Так, 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 так. Тварь. На. Да отвали ты от меня, ну. Жесть, а. I'd like to see you survive this. Тварюга.
Окей. Попробуем полетать от нее. Да чё ты не прыгаешь-то, дебил, блин. Отлично. Еще пару раз. Еще пару раз. Отлично. Главное сейчас не просрать прыжок. И... Еще разок. Твою мать. Что она опять придумала? А теперь-то что? Don't hurt them, you monster! Good luck reaching these defenses. Your combat skills are pretty. О, теперь-то что делать? I'm not scared of you. А вот этой штукой надо и по ней стрелять. Окей. Блин, а почему у меня не восстанавливается жизнь? Замочи ты своих там предшественников. О, не ходят. Давай, 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 мочи его, мочи. Отлично. И... Отлично. Есть. Один готов. И... Не дал. Не дал мне убить. Так. Давай-ка. Намочи его. Отлично. И... Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Can you handle this? Well, you're a tall drink of water. This is for you. This is for you. Так. Мочи его. Surely you can do better than that. Kisses, kisses for my sweet. Я сам с ними драться не хочу. Victory! Так что давай. Есть. Gotcha. Поймал. You're right. Ты права. Я потрясающий. Теперь вернем его на место. Итак, доктор Осьминог пройден, и Скорпион принес осколок ей, получается. А мы думали, что с мадам Паутине. А в итоге у нас все по-другому обернулось. Вот. И мы победили эту тварь, короче, многощупальцевую, или как там говорится, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, а я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока!